Потеря близкого человека или работы, шантаж и угрозы, и даже присутствие при насильственной смерти. С последствиями этих и других психологических потрясений Ольга Климашевич сталкивается часто. По профессии она – инспектор-психолог полка патрульно-постовой службы милиции. На семинар подобного плана Ольга попала впервые и была приятно удивлена подачей материала лекций. Специалисты, которые учат решать проблемы не на бумаге, а на деле. Именно так сотрудник милиции отозвался о специалистах, приглашенных на мероприятие. Я считаю, что это будет очень полезно в моей работе, так как тоже наши сотрудники непосредственно сталкиваются с экстремальными и кризисными ситуациями каждый день. Это вне зависимости от того, что в их жизни какие-то моменты происходят. Поэтому я считаю, что это будет очень полезно для меня и для моих коллег. И я смогу это применить в своем подразделении. Мы пригласили ряд специалистов как из нашего вуза, так и, скажем так, из других городов. В частности, у нас работает сегодня кандидат медицинских наук Ольга Игоревна Паровая. Также у нас работает врач-психотерапевт Сергей Александрович Шиманский. То есть имена, скажем так, в профессиональной сфере известные, уважаемые. Поэтому думаю, что наши слушатели получат, конечно, скажем так, они получат то, что можно назвать даже громкими словами такой интеллектуальный праздник, можно сказать, потому что это не просто, скажем так, учеба ради учебы, это все-таки действительно назревший необходимый момент, назревший именно в силу своей актуальности в настоящее время. Необходимость проведения научно-практического семинара, посвященного проблемам психологического характера, назрела давно. Связано это прежде всего с нарастающей восприимчивостью человека к душевным расстройствам после переживания той или иной кризисной ситуации. Зачастую для их преодоления необходима помощь квалифицированных специалистов. Именно поэтому целевая аудитория семинара – психологи из различных силовых структур, для которых главная задача – помочь человеку разобраться с самим собой и вновь обрести душевное равновесие. Как себя вести, что нужно делать, как выводить человека из таких шоковых состояний. Вот, и как к минимуму свести отдаленные последствия этих ситуаций. Это раз. Во-вторых, очень важный момент, как самому психологу сохранить себя вот, в контакте с такими людьми, в контакте с такими экстремальными ситуациями, потому что это тоже непросто. Они тоже нуждаются в помощи, в поддержке. И здесь будут подниматься эти вопросы сохранения себя как специалиста, как человека вот, в контакте с такими людьми. Этот семинар организуется впервые на базе Института повышения квалификации Брестского государственного университета имени Пушкина. И я рада, что наша кафедре предоставилась возможность участвовать. И наши студенты, у нас как бы очень мало практических таких возможностей получить практический материал, да, больше теории. Наши программы, планы так устроены, что в основном на теорию построена учеба. А здесь студенты, они приходят и тоже участвуют вместе с нашими слушателями, и они получают очень много практических навыков. Научно-практический семинар дал возможность участникам получить уникальный опыт в разрешении тех или иных экстренных ситуаций, с которыми они сталкиваются по долгу службы. Более того, мероприятие выполнило роль своеобразного проводника в деле формирования целевой аудитории чувства психологической готовности к кризисным ситуациям.